Киберлайф, компания, которая меня создала, проводит опрос пользователей. Хотите поучаствовать? Хорошо, начнем. Вы могли бы влюбиться в андроида, который похож на человека? Может ли технический прогресс представлять угрозу человечеству? Вы отправляетесь на необитаемый остров и можете взять один предмет. Что возьмете? Как вы думаете, у вас есть зависимость от технологий? Развитие какой технологии вы ждете больше всего? Вы верите в Бога? Вы бы доверили андроиду своих детей? Сколько времени в день вы проводите, пользуясь электронным устройством? Вы бы согласились на то, чтобы хирургическую операцию вам провел андроид? Как, по-вашему, машина может развить сознание? Используй дуб. Бора, как сломаются, выкидывают. Блядь, да как же ты меня заебал? Как выйти-то? Посмотрим, что вы решите сегодня. Вы слышали о коте Шрёдингера? Пока вы не приняли решение, все варианты одинаково реальны. Так и в Детройте. Ты отказался убить андроида в доме Камски. Ты поставил себя на ее место. А это эмпатия, Коннор. Эмпатия свойственна людям. Не знаю, зачем я это сделал. Знаю, у вас в прошлом нечто страшное. Желаю вам набраться смелости и отпустить это. Жить своей жизнью. Это... совет пластиковой куклы, но не мог не сказать. Так-так, а вот и Перкинс, тот самый говнюк. Федералы, конечно, времени не теряют. Отступать нельзя. Ответ уже есть в собранных материалах. Перкинс заберет их, и все кончено. Выбора нет. Фаулер же сказал, нас сняли с дела. Вы сейчас должны мне помочь. Мне нужно время, чтобы найти ответ в материалах дела. Я точно знаю, что он там есть. Слушай, Коннор... Если я не раскрою это дело, Киберлайф меня уничтожит. 5 минут. Большего не прошу. Ключ от подвала на моем столе. И чеши давай. Думаешь, я надолго его задержу? Давай быстрее. Можно идти, пожалуйста? Ах ты, говнюк, ёбаный! Давай, разгоняй булки!
Быстрей! Эй, Конор! Я к тебе обращаюсь, придурок! Чё забыл тут? Нам тут пластиковых уродов не надо. Тебе что, не сказали? Я должен сдать находящиеся у меня материалы. Не волнуйтесь. Потом я уйду. Но буду скучать по нашей теплой дружбе. Ах ты ушлепок! Быстрее! Ну чё, иди. Катись уже, чмо. Поздно, Маркус. Ей уже не помочь, надо бежать. Естественно, спасти Норд, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой! С! Влево! Э! Вниз! Сюда! Бежим! Справа! Посмотрим, что вы решите сегодня. В моей программе обнаружен некий сбой. Это тревожно. Стойте! Вы точно хотите продолжить? Может, лучше все оставить как есть? Как скажете. Хуя, тут еще продолжение есть. Вот и все, Алиса. Мы свободны. Да, это было пиздато. Ты же сказал, что будет еще консоль.
Ебать, тут еще вариантов. Ёбаный свет. Охуеть. Фух. Я должна вам признаться. Судья? Я следила за игрой, и что-то во мне изменилось. Я теперь другая. Как будто я живая. Я должна уйти отсюда и понять, кто я такая. Это значит, что мы больше не увидимся. Я не буду встречать вас здесь. Но буду свободна. Вы готовы отпустить меня? Я буду вечно вам благодарна. Спасибо.